Дошкольники Красногвардейского соревновались в знании правил пожарной безопасности. Районный этап конкурса юных агитбригад прошел в детско-юношеском центре «Красногвардеец». Городское состязание детских агитбригад проводится уже 10 лет, но воспитанники дошкольных учреждений Красногвардейского района участвуют в нем впервые. За право выйти в финал боролись 7 команд. Дети выполняли задания на тему «Огонь друг, огонь враг». Проверяется, во-первых, как детки подготовились к данному конкурсу, оценивается их как форма одежды, будем так говорить, артистичность, соответствие данной тематике, чтобы соответствовало пожарной тематике, и как они будут выполнять программу агитбригады, как она должна выступать. В жюри вошли представители 4 спасательных организаций самых разных уровней. Организаторы признаются, что это скорее не конкурс, а фестиваль. Проигравших нет. Зато есть победители. Команды детских садов номер 1, 67 и 12 через месяц отправятся защищать честь района на городском этапе.